Здравствуй, дорогой зритель. Купили комплект переоборудования рулевого управления МТЗ-80 под насос-дозатор. Вот так он выглядел. Будем переоборудовать рулевое нашего МТЗ-80 под гидроруль вместо ГУРа. Поставили гидробачок, тут будет стоять дозатор, шланги, рулевая тяга на одна целая. Вот это подрезаем. Сюда трубу варим, прямую, в общем, напрямую. Потом поставим сюда, к центру крепим. Ну, там будет стоять у нас этот такой насос. Насос, да. Гидроцилиндр. Гидроцилиндр поставим, а сюда крепим, сюда к уголку. Уголок сделаем, приварим петлю. Потом с той стороны крепимся за рулевую тягу. Все. Ну, дозатор будет стоять. С какой? А тебе рулевую тягу? Ну, рулевая тяга, вот она будет. Это вырезать. Надо было, чтобы она была прямая. Ее поотрезаем, вот. Сварим целую трубу сюда. И вот цилиндр. На нее будет крепиться цилиндр. Снизу будет она. Ну, так вот. Класс. И к уголку. Ага. Сварили центральную тягу. Вот. В целях экономии сварили, сейчас будем крепить цилиндр к ней. К уголку сначала, уголок приварим, просверлим, проточим дырки, отверстия. Приварим сюда уголок, крепление цилиндра. Вот так. Оцей, а, ну правильно, оцей край буде сюди. Ну, ну где там? Ну, ты ж надо прилепить, я вже б я бачив где. Став його туди. Давай. А где эти гайки? Вот, да. Ну, я закручивать пока не буду. А ну давай. Тулуй. Переворачивай. Короче, он у нас будет на краю оцього, как раз де край. Да, да, да. Вот так. Все. Так. Подойдет. Все хорошо. Отлично. Сварили мы тут уголки. Тут надо отверстие посверлить под болты, крепления к балке. Крепится здесь вот. Здесь. Это будет крепиться цилиндр. Сверлить будем тоже. Вот этот уголок будет крепиться к тяге. С той стороны будет тяга, тяга вот к этой, ну тут тяга будет стоять, здесь он будет крепиться.
Тут же ж надо под эти отверстия поточить пальцы. Вот здесь оставить каемку миллиметров 5. Проточить. Вот эти проемы будут. Кстати, посверлим. Все. Как-то так. Выточили детали. Уголок вот выточили, просверлили, тут проточили. Фаску сняли. Вот так вот. Это тут будет крепиться цилиндр. Здесь гайкой затянем. Вот она здесь будет стоять. Вот. Болты сюда поставлять. Цилиндр крепится снизу. Вторую часть приварим. Вот она. Варится здесь. Вот указано мелом. Вот здесь вот привариваем вторую часть. Обвариваем цилиндр снизу. Все. РЛ, левая, правая, а с этой стороны ТР. Т это обратка, Р это подача с насоса. Все собрано, заливаем масло и можно пробовать. Отсюда, что это такое? Что это может быть? Не закручен просто? Ну да. Ага. Кто же открыл? Что-то себе откручивал. Никто не закручивал просто. А так нигде ничего. Ну что? Класс! Работает? Да, чё? Вот это да! Что, лучше, чем на том или нет? Да, лучше. Нет. Легче, чем на том даже. Всё, порядок, да? Огонь! Да, давай.